где же те миллионеры? Их сводила ты с ума? Мне важнее платочек белый, тот, что мама подарила. Где же сын и где же щит для того, кто вели мир? Говорят, в болотной чаще и ножи, и тихий скит. Говорят, трепещет птица, только крылья распахнув. Из подъезда тень зловеще расправляется уловом. Расспросили, погоди, оказалось, свет не мил. И качает глыб окошко трехоменная кошка. Серый цвет, да, он в себе сочетает все цвета. Вся гамма цветов, она вот в сером цвете. Но для меня почему-то вся гамма цветов, она в синем. То есть синий для меня такой какой-то основополагающий, фундаментальный цвет. Поедешь лекции читать, меня с собой возьмешь. Мы им покажем вашу мать луну и медный грош. Мы подкрадемся раз, два, три, и море не дыши. Научим слово говорить в темнеющей тиши. Аудитория светла, воробушек поет. А дальше не придумал я, пусть хоть наоборот. Синий, как бы, это вовсе не цвет, это не является цветом. Это считается как, ну, что-то, иное измерение, можно так сказать, как портал в другой мир, да. То, что синий, он обычно воздействует не так, как красный цвет, он потусторонний, что-то там видоизменяет в сознании, там, в общем, все не так с синим цветом. Что нарисуешь ты еще, когда кружится солнце? Когда подранок вновь залег между бетонных плит, стекло блестит, его разбили мы торцом и золотыми кольцами, остатки через ночь летят сухим вином, как айболит. О, как упряма речь моя, эвоэ, эвоэ, сказал, была на суахиле, лама, саласпилс, но кто-то понял и слинял, чье сердце билось вровень. Походка поменяла галс, и тень меняла пирс. Я ей сказал, ты трава, медуза и обитель, достанешь краски, я спою мой примитивный бит. Под Айнане и Айлюлю, чертовки, послужите. Подайте паклю и картон, несите, суки, спирт. Давай рисуй, я там лежал, разодранный локтями. Журчал ручей в твоей трубе и сладко пела выпь. На миллиард счастливых звезд всего одно цунами. Я выучил цунцванг и блиц, а смысл говорить? Звуки — это определенные такие гаммы цвета. То есть звук — это цвет, вот так же, как и музыка. Это два каких-то огромных мира, соприкасающихся, конечно, но иногда музыка для меня глубже, чем поэзия, иногда это наоборот, и поэзия победила, скажем так. Так мы стояли с тобой между красным и белым, магнитом, икеей и маршруткой от А до Я. Я помню твой голос и как колышутся чайки над телом. Еще не садятся, еще я слышу прибой. Я слышу, говорю тебе, стук твоего сердца, стук сердца в этой неоновой мгле. Как плачет, как воет она, не запомнив. Как мы говорим с тобой посреди площадей, говорим, держим за руки и больше нечего. Среди этих ярче и Мария Ра. Мария, услышь меня, дымно и трепетно кораблик плывет нам навстречу. Какая зима? Мы были детьми, и между нами текла река. Екатерина Садур. Оп, заливает кварталы призрачной водой. Девочка смотрит с балкона, как тени сбиваются в стаи. Тени плачут о прошлом, тени идут за звездой. И для начала горят федоровские бани, потом полыхает оперный, за ним стоквартирный дом. По городу едет барон и черные-черные Волги. Девочка на Челюскинцев 10 закрывает балкон и строит подводную лодку из папиросной бумаги. Это надолго, надолго в подъезде гудят письмена. Где бы ни был твой дом, память вернется строкой. В этой строке свет преломлен до дна. Мы жили на берегу, разъятые нашей рекой. Я вообще не верил, что музыка, поэзия и
искусство, оно вот можно вот так вот собрать. Один поэт и два экспромта. Это было настолько потрясающе, когда вот я слышу стихи, и вот Ольга, она вот в этот момент, буквально за 10-15 секунд, она создает образ. Это, вы знаете, это редкость. Каждую ночь вижу тебя во сне, в этой холодной степи, залитой весенней водой. Белые облака говорят, расстояние — это ветер. Чайка со свалки подхватывает пульс жестяной. Это всегда на слуху, как камни из-под колес. Если зашел по колено в траву, там по горло воды. Кто тебе звонче, матрос, альбатрос или пес, утром роняющий гренки со сковороды? Этой границы разбег и время, и грязь, свет опадающий, руки сами собой. Нас измеряют от пашни до неба, и связь не прерывается, только отходит конвой. Как я должен простить тебя? Прийти и сказать, что все помню, но не держу зла, и что все рассказы были не про тебя, и таблетки, и ночные кошмары, и большое-большое одиночество. Это просто карма такая, взросление и практика. Однажды к нам приехал тибетский монах. Он предсказывал будущее. У него были специальные кости. Я пошел к нему и спросил, буду ли я известным поэтом, потому что больше меня ничего не интересует. Переводчик долго уточнял, что для меня быть известным. Потом объяснил монаху. Потом сказал мне, как он перевел. Я кивнул. Монах бросил кости. Оказалось, что нет, не буду. Он что-то говорил и засмеялся. Не помню, что. Такой естественный, свободный смех. Еще сказал, что все может решиться, если у меня будет много денег. Дорого бы я дал, чтобы видеть свое лицо тогда, от начала и до конца. Это я тебе рассказываю. Делюсь с тобой самым-самым. Поэзия – это то, как мы видим мир и как мы пытаемся с ним взаимодействовать и отразить в какой-то своей жизни, то есть в своем, так сказать, бытии, наверное, вот так. Завтра это может быть какое-то другое совершенно. Ваши гримеры в саду раскрыли опасную бритву. Еще раз, еще через раз и окончится этот ларек. Поверьте, оставьте Асторию и выучите Канте Хондо. Еще ненароком убьют, еще ненароком из бездны, еще не сейчас, а в добрый путь.